Сегодня мы делаем балкон 6 метров в длину, за углом еще 3 метра угловой. В нашу задачу входит обшивка юбки, монтаж изделий металлопластиковых, монтаж крыши. Все это мы делаем с утеплением, чтобы ничего не дуло, было тепло и комфортно хозяину, как в отдельной комнате. Ну, давайте теперь посмотрим, что получится. На данный момент у нас установлено уже само изделие. Каркас для крыши осталось застелить только металлочерепицей. Опалубка сделана, сделан сайдинг, сделаны полы фанерные. Сейчас, когда будем выводить плоскость, потом утеплим, зашьем панелями. Заказывайте ремонт балконов и лоджий в первой балконной компании.